Я хочу сообщить всем, что мы открываем сезон проекта Break Advice. Break Advice – это профессиональная онлайн-школа по брейкингу. Следите за новостями ВКонтакте, Facebook, подписывайтесь на канал YouTube, ставьте лайки в Instagram. Мы открываем Break Advice. Привет всем! Сегодня с вами вновь Break Advice, и у нас в гостях B-Boy Jan, All The Most Crew, и он поделится с вами движениями из Original Go Down. Привет, меня зовут Jan, я представляю команду All The Most, танцую с 98-99 года, и сегодня вы смотрите мой урок на Break Advice, который будет называться Original Go Down. Сегодня я покажу вам пару заходов, которые я использую в своих танцах. Их можно использовать как переходы стоп-рока на, собственно, движение внизу, а также можно использовать как переходы между просто любыми движениями. А сегодня я вам покажу два движения. Собственно, начнем мы с первого. Сначала покажу, как оно делается, а затем мы рассмотрим его технические особенности. Делается оно вот так. Оп, все просто. На самом деле выглядит сложно, но делать его научиться достаточно просто. В принципе, мои ученики за одно-два занятия уже могут более-менее сделать его неплохо. Смотрят с него. Мои ученики. Вот, да. Вот, начинаем мы с чего? Начинаем мы с того, что встаем в положение такое. И здесь учимся перекидывать руки, оставляя ноги на полу. Оп, делаем еще раз. Оп. Как только мы научились перекидывать руки, мы делаем, в принципе, то же самое, только чуть-чуть еще отрываем ноги от пола на небольшую высоту. Оп. Еще раз. Оп. И потом, соответственно, просто мы постепенно увеличиваем высоту и тем самым делаем движение более зрелищным. Вот, в результате оно, покажу еще раз, как выглядит. Вот так. Оп. Вот, собственно, с этого захода вы можете переходить как в footwork, так и в power move, что я вам продемонстрирую чуть позже. Теперь мы переходим ко второму движению. Оно смотрится достаточно эффектно, и делать его очень легко. Собственно, состоит оно из двух мини-движений. Первое движение – это поворот с прогибом. Второе движение – это прыжок на руки с ноги. Итак, мы делаем шаг, машем этой же ногой за себя и прогибаемся немного в пояснице, а затем впрыгиваем в руки. Вот, далее с рук можно, собственно, зайти, опять же, либо в футворк, либо в какой-то фриз, либо в любое другое движение. А сейчас я вам покажу, как из данных заходов можно перейти в другие движения, чтобы это выглядело динамично и интересно.
Те варианты, которые я вам показал, вы можете как-то видоизменять, добавлять что-то от себя, какие-то детали. Можете делать, опять же, как переходы из футворка в футворк, можете использовать в Power Move и так далее. Тем самым вы придумаете какие-то оригинальные движения, которые уже будут вашими. Это был урок для Break Advice от Яна из команды All The Most. Вот, и я вам рекомендую придумывать свои оригинальные движения, а также к каждому своему движению придумывать переход так, чтобы вы могли интересно заходить в него, а также из него переходить в какое-то другое движение.